Авакова и пробил. Отлично сыграл 99-й номер Амкара. И опять не дорабатывают защитники. Не лучший матч сегодня выдают ростовчане в обороне. Канунников. Прострельная передача. Опасно. И еще один гол. 1-3. Вот такой вот результат. Да, оборона трещит по швам и на флангах, и в центре. Сегодня Ростов играет неудачно, в отличие, например, от предыдущей встречи против самарских крыльев на выезде. Тогда все было сбалансировано четко и классно. Сегодня словно другие люди играют, словно их подменили. И кубка пяткой, каблучком на Канунникова. Тот прорывается по флангу, прострел. Все гениальное просто. И игра на опережение с близкого расстояния. Мяч переправляется в ворота. 1-3 на 49-й минуте. Дьяков проигрывает скорости Канунникову. Тот с левой очень удобно, здорово.